Публикацией в твиттер-аккаунте в связи с годовщиной трагедии 20 января поделился помощник президента, зав.отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он отмечает, что после войны под руководством верховного главнокомандующего президента Ильхама Алиева Азербайджан с новым воодушевлением и чувством гордости чтит память о трагедии 20 января и обо всех героях страны.